зовут Кармина Рай. Я родилась в день гибели Старого Мира. Выжившим пришлось строить новую жизнь под землей. На поверхности остались лишь пепел, холод и смерть. Люди думали, что это навсегда. Но когда мы ушли, жизнь возродилась. Мне было 6, когда я впервые увидела солнце. Мама и папа были потрясены увиденным. Мир изменился навсегда. Ну а я? Мне он казался совершенным. Были еще выжившие, кроме нас. Медленно, но верно, наша община росла. Было трудно, но ненадолго настал мир. Время процветания. Новый дом. Новая жизнь. Все новое. Но, как и все хорошее, это длилось недолго. Рейдеры пришли с востока. Их вели сестры, близнецы. Они прознали про наш маленький рай. Сказали, что хотят забрать его. У нас не было шансов. Они лишили нас всего: еды, домов, друзей. Нам нужно было чудо. И тогда мы услышали о Томасе Раше. Они вместе с капитаном изъездили все западное побережье, помогая людям отстроиться, и их поезд как раз направлялся в округ Холл. Мама послала меня к ним, чтобы убедить помочь нам вернуть наш дом. Это был наш шанс, наше спасение. Но случилось нечто ужасное. Ты живой? Боже! Они идут сюда! Вставай, Кэп! Ну, вставай! Это хреновы рейдеры! Они убьют нас! Вставай, Кэп! Вставай! Боже, Барнс, перестань визжать, или сюда сбегутся все! Раш, ты выжил! Помоги! Нет, времени нет, уходим! Барнс, мы не бросим капитана здесь! Они на подходе. Держимся вместе. Ясно? Кэп! Твой звездный час. Нужно найти пушки, собрать людей и придумать, как нам спастись. Легче сказать, чем сделать. Не все сразу, Барнс. Иди, мы сзади. Я думал, мне конец. Нужно найти оружейный вагон, взять снаряжение и спасти как можно больше людей. Сюда, Барнс. Держись рядом с капитаном. Нужно бросить все лишнее и бежать. Мы еще не всех спасли.
придется худо. Нужно торопиться. Чудом выжил. Спасибо, Крэм. Рейли, налетели внизу. Вы из тех, кто создает проблемы? Не понимаю, о чем ты. Отвечайте на вопрос! Вы, твари, создаете проблемы. Плал я на ваш поезд. Вот что был... всех выживших, тем лучше. Боже мой, рейдеры повсюду. Думаю, нам нужно убираться отсюда. Спокойно, нужно идти. Нужно искать дальше. Осторожно! Не стреляй раньше времени. Посмотрим, что им нужно.
Счастливого Рождества, засранцы! Санта привез нам целый поезд подарков. Что это тут у нас? Кролички. Давайте, кролички, я спрошу вас. О чем вы, блин, думали? Едете на огромном утюге, вокруг клубы черного дыма. Думали, мы не заметим? Чего вам, Барнс? Нам нужно знать, решаете вы проблемы или создаете? Что? Папа всегда говорил, что люди либо решают проблемы, либо создают. А в мире и так до хера проблем. Мы ищем тех, кто поможет решить проблемы. А, наши проблемы. И если ты это можешь, тебе лафа. Еда, одежда, пушки. Все, что пожелаешь. Даже медстраховка. Но если ты создаешь проблемы, что ж, папа научил нас, что делать с такими людьми. Таких людей нужно порешить. Угу. Наш старик в свое время постоянно так поступал. Да-да. Итак, кролички, вы решаете проблемы или создаете их? Конечно, решаем. Мы решаем проблемы вообще по всей Барнс. Стране. Мы дадим вам чистую воду, построим убежище, достанем все, что вам нужно. Барнс, молчи! Ты это сможешь? Ну, я... То есть, не я. А вот Раш. Значит, ты и станешь тем, кто порешает наши проблемы. Идите нахер. Ты все? Так. Прошу еще раз. Не изволите ли вы нам помочь, мистер? Ладно. Спасайся! Я видела тебя в поезде. Ты капитан безопасности. Я Кармина. Боже, я видела, как ты упал в воду и едва успела вытащить, но... Похоже, только мы с тобой смогли сбежать. Так, ладно. Будь осторожен. Близнецы забрали Раша, но рейдеров тут еще полно. Так нам... Нам надо вернуться вокруг Хоуп. Мама. Мама что-нибудь придумает. Идем. Здравствуй. Вперед. Если пойдем вдоль реки, выйдем по кругу Хоуп. Не могу поверить в случившееся. Похоже, они знали о поезде. Стоило догадаться. Сраные близнецы, Микки и Лу. Я впервые увидела их, когда они пришли в наш дом и заявили, что теперь он принадлежит им. Сказали, что сожгут его вместе с нами, если мы не свалим по-хорошему.
Мой отец пытался бороться с ними. Сперва они забрали его, а затем и нас. Нам с мамой пришлось начать все сначала. Пострадали не только мы. Но мама сплотила выживших, и мы попытались построить новый безопасный дом. Наверху туннель, который ведет в округ Хоуп. Его перекрыли рейдеры. Нам понадобится оружие. Давай, пошли. Я была там, когда искала помощь. Внутри есть верстак. С его помощью можно сделать оружие. Раш должен был помочь нам довести дело до конца и дать отпор рейдерам. Но теперь все еще хуже, чем было раньше. Очень жаль твоих товарищей. Обещаю, я придумаю, как все исправить. Тот самый верстак. Раш говорил, что ты смышленый. Давай что-нибудь соберем. Что-то слышу. Клянусь, я что-то слышала.
Что? Я думала, мне конец. Здесь можно сделать оружие или пополнить боезапас. Посмотри, что мы можем смастерить. Отлично. Этого хватит, чтобы смастерить оружие. Твою мать! Это что, пиломет? Охренительно. Ну все, рейдерам конец. Теперь можно идти к мосту. Близнецы сами себя превзошли, пустив тот поезд. Сука! Жива. И еще жива.
Выход свободен. Впереди тоннель. Пора домой.